Привет, это снова я, узнали? Литуаль, что ты делаешь? Ахахах, прекрати, хочу сказать я. Потому что нашла я вот что. Вернее, нашла не я, а мне подарила подруга с тем, что ты должна на это взглянуть. Короче, это опять внутренний, видимо, какой-то новый бренд парфюмерии, на минуточку, который называется Just Essence. Здесь написано «Create your own scent», то есть подразумевается, что вот эти вот треугольнички с запахами внутри можно смешивать друг с другом. Стоимость у них сейчас по распродаже совершенно непотребная – 300 рублей или что-то около того. Поэтому подруга, в общем-то, купила 5 штук, и вот я забрала себе 2 поиграться. По поводу качества. Естественно, это не селективная парфюмерия. Естественно, это не Дольче Габбана. Естественно, это не, я не знаю, что там, не Гезе Шоен. Но если вы не знаете, что вы хотите, если вы не знаете, какой парфюм вы хотите, или если вы просто не любите парфюмерию, а хотите вот так вот иногда чем-нибудь там повонять или поэкспериментировать, в общем, по мне это чем-то похоже на вот эти вот детские наборы химика, типа создай сам кристалл или что-то такое, потому что ты можешь позволить себе купить несколько упаковок, прям, ну, я думаю, любой студент, школьник, пенсионер, если ему это интересно, может себе позволить купить несколько упаковок вот этих вот духов, этого парфюма, и как с ним поиграть, и потом понять, что он вообще хочет, что он любит и так далее. Значит, начнем с вот этого. Здесь написано Life. Называется он Life. И это зеленый чай и вербена. Как вы думаете, на что он похож? Естественно, он похож на Элизабет Арден Green Tea. Ну, похож. Не аналог, но чем-то похож. Видимо, вдохновлялись они им очень-очень сильно. Откроем, посмотрим, что внутри. Должна заметить, что производство этой парфюмерии взяла на себя организация, которая называется ООО «Лорен Косметик», которая находится в моем любимом городе Дедовск. Город Дедовск просто столица контрастов. Там скоро будет проходить какой-нибудь бьюти-фестиваль, и я туда поеду жить. Итак, вот такой флакончик. Кстати, флакончик вполне себе приятный. Единственное, что меня смущает, это когда я надеваю обратно крышку, мне кажется, что я надела не до конца, и мне хочется ее вот. А она не идет и не идет. Ну да, Элизабет Арден Грин Ти, в общем-то, о чем разговаривать, все вы его нюхали, все вы его слушали, как правильно сами знаете. Больше мне про него сказать нечего. 30 миллилитров, зелененький, пахнет, стойкость, наверное, часа 4. Неплохая, неплохая стойкость. Далее, Travel. Travel – это у нас османтус и белый чай. Он более вечерний, более такой женский, и все-таки белым чаем он совершенно не пахнет. Мне кажется, что он больше пахнет учительницей русского языка, которая втайне курит с физруком где-нибудь за школой. Вот. Как-то примерно так. На самом деле запах ничего, хорош, тоже вполне себе. Опять же, повторюсь, не селектив, но достойное за 300 рублей, так вообще, помаш, великолепие. Итак, это вот такой вот пудровый флакончик. Тут та же проблема. Когда его закрываешь, очень хочется продавить еще больше, но он не идет, и я чувствую, что какую-то незавершенность действия меня это раздражает. Если их смешать, я, честно говоря, не очень поняла, что получается. Я их ношу раздельно. На одежде запах остается долго. Стойкость у этого тоже достаточно долгая. Что я могу сказать? Это неплохой подарок. Это неплохой подарок, наверное, особенно каким-нибудь молодым девушкам, которые мало знакомы с парфюмерией. Это даже для меня был неплохой подарок, потому что мне интересно узнавать все новое, мне интересно на это на все смотреть, мне интересно смешивать. Я смешала, я поиграла. Там еще в серии есть много-много разных. И вот эта версия какого-то внутреннего парфюма
магазина мне близка гораздо больше, чем у Ревгош вот эти вот такие в длинных тубиках, тубиках. Тубик — это что-то между тубой и тюбиком. Хэштег дислексия. В общем, мне понравилось гораздо больше, чем у Ревгош. И вообще Ритуаль меня удивляет, город Дедовск меня удивляет. Меня сегодня удивляет практически все. Это ли не прекрасно, друзья мои? Так что вы можете пойти себе сейчас купить парфюмерию за 300 рублей и вполне себе насладиться ей, потому что она неплоха. А я пойду что-нибудь съем, а потом буду всем трындеть, что я жирная. Все, пока.